Интересные факты. Топ-21 фактов о гормонах, объясняющих, как они влияют на наше поведение. Факт первый. Объятия и поглаживание домашних питомцев, например кошек, стимулируют у человека выработку окситоцина. Этот гормон может снять отеки и быстрее заживляет раны. Факт второй. При грудном вскармливании в организме матери начинает вырабатываться окситоцин. Он предотвращает кровотечение матки и вызывает ее сокращение, благодаря чему она обретает те же размеры, что и до беременности. Факт третий. Алкоголь притормаживает выработку антидиуретического гормона, благодаря которому почки удерживают воду. Поэтому люди, пьющие алкоголь, подмечают у себя учащенное мочеиспускание. Употребление спиртного в больших дозах может даже привести к обезвоживанию. Факт четвертый. Выполнение секреторной функции нашего организма не ограничивается 8 эндокринными железами, продуцирующими гормоны. Например, женская плацента производит эстроген и прогестерон, а в желудке вырабатывается грелин, который отвечает за чувство голода. Факт пятый. Ученые обнаружили взаимосвязь между выработкой витамина D и уровнем тестостерона. Чем больше времени вы пробудете на солнце, тем больше тестостерона выработает ваш организм. Факт шестой. В начале 19 века ученые поняли, что деятельность всех органов регулируется на химическом уровне. Однако сам термин «гормон» возник только в начале 20 столетия. Факт седьмой. Сейчас вы поймете, почему самые плохие и травматичные моменты из жизни запоминаются лучше всего. Оказывается, во время стресса наши миндалины вырабатывают критичное количество адреналина и кортизола, а это приводит к улучшению функции запоминания разных переживаний. Факт восьмой. Исследователи обнаружили, что пребывание в недельном турпоходе без наличия электроники может восстановить наши биологические часы. Количество вырабатываемого гормона мелатонина, отвечающего за сон, синхронизируется со временем восхода и заката солнца. Факт девятый. Организм регулирует нехватку сна. Этим объясняется непонятная на первый взгляд вялость, когда человек спит по 10 часов в сутки и не высыпается. Причина проста. На прошлой неделе он уделял сну лишь 3 часа в сутки, а теперь его организм банально добирает нехватку жизненно важного процесса. Факт 10. Кстати, дефицит сна ухудшает работу эндокринной системы. Гормональный сбой может привести к ожирению, сердечно-сосудистым и иным заболеваниям. Факт 11. Во время Второй мировой войны британские шпионы пытались сделать Гитлера менее агрессивным. С этой целью они подмешивали в еду фюрера женский гормон эстроген. Факт 12. Женщины, как правило, дольше успокаиваются после ссор и стрессов. Это объясняется большей реактивностью и лобильностью нервной и эндокринной систем. Факт 13. Не нося солнцезащитных очков, вы сможете загореть гораздо больше. Глаза, ощущающие яркий свет, передают гипофизу приказ высвободить МСГ – меланоцит-стимулирующий гормон. А это, в свою очередь, влияет на увеличение выработки меланина. Загар становится более насыщенным. Факт 14. Ученые из Института Вейсмана в Израиле обнаружили, что запах слез женщины снижает уровень тестостерона у мужчин. Факт 15. Когда человек влюбляется, его мозг вырабатывает столько же гормонов – дофамина, норадреналина, серотонина, как и после употребления наркотиков. Факт 16. Организм умеет преобразовывать тестостерон в эстроген, например, при сеансе ароматерапии, но превращать эстроген в тестостерон наше тело не может. Факт 17. Избыток событий и общения, в том числе в социальных сетях,
могут вызвать депрессию, тревожное состояние и другие проблемы со здоровьем. Постоянный стресс, даже позитивный, расшатывает устойчивость эндокринной системы. В результате гормоны, такие как инсулин, дофамин, начинают вырабатываться неправильно. Факт 18. Исследователи из Университета Северной Каролины обнаружили, что объятия в течение 20 секунд запускают выработку окситоцина и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Факт 19. Витамин D – единственный, который также одновременно является гормоном. Его дефицит может привести к серьезным проблемам, включая депрессии и шизофрению. Факт 20. Существует так называемый синдром нечувствительности к андрогену. Это значит, что лицо мужского пола генетически устойчиво к мужским гормонам. При такой патологии человек имеет женские черты при наличии генетически мужского состава. Факт 21. Однажды парашют Джоан Мюррей не раскрылся. Падая с огромной высоты, она врезалась в огромный муравейник и выжила. Ученые считают, что ее сердце не остановилось благодаря огромному количеству адреналина, полученного вместе с муравьиными укусами. Подписывайтесь на канал LT Denis Facts, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Пока, до новых встреч!